Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня очередной видосик. Решил забраться, короче, сразу же в топ. В группе Castle Clash опубликовали в файлах новый файл, точнее картинки, вырезки. Они там говорили про нового бога Грома в обновлении. Ну, не в обновлении, не в этом, я думаю, в этом году, скорее всего, судя по вот этому, это будет либо новый ивент, либо изменение странички, где у нас донатные акции. Но в чем я очень сомневаюсь, как же они все-таки уже с этими ивентами новыми и с обновлениями, где они, блядь, не делают просто для обычных игроков и ни хрена не делают по обновлениям. С того, что просят, они просто добавляют всякую срань сюда. В общем, не знаю, ждем либо мега-супер-донатный какой-то ивент, в котором я не знаю, что будет, либо хрен его знает, что это. Вот просто не знаю. Молоток бога грома, паладин на коне. Что это за фигня? Где изменения по локациям, которые есть? Нахрена добавлять новые локации? Вот я уже не знаю, от этого просто бомбит. Что дальше будет, вообще непонятно. Ну, добавляют, короче, и добавляют. Знаете, самые стабильные битвы замков — это добавление обновлений. То есть обновления у нас выходят стабильно, регулярно. То, что они всраты, это совсем другой вопрос. Но зато стабильность лучше всего, ребят. Запомните это. В общем, такой вот ивент будет. Я не знаю, чего от него ожидать. Я уже вообще не знаю, чего ожидать. Просто попросили пофиксить, блядь, на атаке фортов героя. Уберите, вот просто уберите истинную веру с игры. Нафига она? Вот вы добавляете опять новый талант. То просто уберите тот, замените это и все. Нет, мы не будем ничего изменять. В общем, ладно, ждем следующую обнову, потому что в этой обнове вряд ли мы что-то увидим. Ну, некоторые фиксы у нас будут, но это такое. Самое интересное, я думаю, будет дальше. Так, ну что, поехали. У нас сегодня обзор рынка. Виза 450, как обычно. Сейчас я себя где-то... Так, немножко не туда зашел. Поехали. Не знаю, бомбит от этого уже. Так, надо себя обратно вернуть. Состояние. Так, поехали. Английский сервер. Что у нас интересного есть сегодня на английском сервере? Да давай ты уже грузись. Настолько забомбило, что игра подвисла. Это просто ужасно. То чувство, когда оптимизация, вот мы вчера с вами сбегали, вчера я словил такой же красивый баг, как и на атаке фортов, когда я выиграл, а мне дали поражение, но хотя бы в запределье дали возможность повторно зайти и выиграть. Ну, на атаке фортов подобный баг был, похожий, и нифига не сделаешь с этим. Вот такая вот у нас оптимизация. Оптимизация донатных акций. Так, поехали. Посмотрим, что там на рынке. В Тайване нету. Сейчас забежим на основные рынки. Посмотрим, что на них есть. Такс. Сливай здесь по акциям ничего. Сплин вил. Барт 40. Ну, здесь не меняют. Здесь, к сожалению, ничего не меняют. Коллекционер. Бочечка. Вот коллекционер топчик. Коллекционер, как обычно, хорош. Мешки зефира. Десятые эмблемы. Вот такого коллекционера на русский сервер. Я понимаю, это было бы тема за бочку 100 слизней. Почему бы и нет?
Так, что у нас здесь по рынкам? Блин, надо собраться. Блин, это обновление сейчас меня опять выбьет на пару дней. Пока я вам буду пилить видосы. Надо посписываться. Победителями угадаек. Вот такое себе. Фоба, Космо. Ну, скин на этого. Кстати, надо глянуть, сколько у меня на него скина. Один герой будет донатный, у нас один бездонатный. Посмотрим, что с этого будет. Так. А, еще надо докачать, будет хорошо. Поехали на немочку. На немочке. Кстати, сейчас плюшки заберем на немке. Ах, кофеек хорошо с утра идет. Так, по немке у нас новое добавилось. Понятно все с вами. С вами понятно. Так, можем мы забрать награду в этом? Нет. Он еще недоступен. Ну, понятно, тут ничего такого нету. Побежали на... Так, давайте, кстати, загрузим сейчас. Как ничего. А, если добавилось. Давненько я сюда не забежал тоже. Надо себя заставить вам каждое утро пилить видосы с АЭС сервера. Потому что здесь тоже реально крутые акции есть. Так, наш айосик. День замка владельца, сокровищница, удатный флип. Давайте зайдем в игру, заберем. Забрать. Сокровищница, удачный флип, сундук. Такое. Коллекционер, опять же, посмотрите. Нас дают 100 слизней. Здесь дают 500. И плюс еще запашки сверху. Ну почему нет? Роза за малыша Ника. За оккультиста, блин, скины с Киталец. Ну просто обалденно. Вот реально просто обалденно. За Космо тоже топовые плюшки. Магазин скидок. Ну, тоже крутой. Здесь сразу же дают 10 эмблемы. У нас 9 дают. Хорош. Сколько? 30 карт в ЗБшку? Охренеть. Вот это жесть, ребят. Вот это реально круто. Я в шоке. 30 карт. Супер. Набор снабжения. Посмотрите, набор снабжения. Вот вам АЭС сервак. Почему здесь стоит купить самоцвет и играть? 30 коробок, 30 камней за 5000. Круто, чё. Я считаю, очень, очень крутые акции здесь. Так, ну что, поехали на русский сервер. На нашу печаль, боль. Посмотрим, что там интересного. И заодно еженедельку. Ой, тут я говорю еженедельку. Еженеделька. Я бы ее, наверное, сегодня провел и заходил там без зефира. Но с сегодняшними этими, хрен его знает, сейчас посмотрим, как по времени будет. Надо еще победителей угадаек находить. Такс. Вчерашний видос у нас был. Поебо везде. Да, есть утренний видос. Так, давайте посмотрим, что на русском у нас интересного. Блин, куча окон. Войди в игру, получи приз. Покупки, временные акции. Такого интересного халявного нету. Карта богатства.
Подарочки Авиара. Понятно все с вами. С вашими подарками. Так, временные акции. Давайте так, необычные, ни о чем, ни о чем. 1005 камней. Ну, огник плюс. Мишаня, скин. В принципе, тоже неплохие плюхи. Ну и здесь можно получить плюшки. Так, хорошо, поехали. Не буду я жмакать на сардели. Я хочу на втором аккаунте жмакать на сардели. Мы будем с вами копить самоцветы. Чик 450, ведьма, оборотень и кристаллический автоплазм. Так, хорошо, заходим на видос. Перенесу, открою видосик. О, сегодня спам 3. Отлично, мне это нравится. Сначала новые. Открываем все. Так, есть. Выпало оборотень, ведьма и кристаллический. Я буду через Ctrl-F. Оборотень, слизняк. Андрюха, как обычно, рядом, но ведьма морозница. Так, оборотень, палач, тритон. Тоже рядом. Оборотень, синяя слизнь, палач. Так, палач, оборотень, паладин. Ведьма, морозница, шаман. Блин, как рядом. Эктоплазм вместо шамана. Очень рядом. Ледяной феникс. Панда, оборотень, дриада, оборотень. Синяя слизня, алхимик. Очень много рядом. Так, ну давайте ведьма. Только человек угадала. Ведьма, раз. Один только человек, видимо, выдал. В общем, вот так вот, ребятушки. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.